Так, эта луна встает над горизонтом, 20-й год, августа 30-е, 30 августа 2020 года, 19:18 по Киеву, в Харькове. Озадаченная тем, что до сих пор не видно Юпитера и Сатурна справа от встающей луны. Вся идея съемки в том, чтобы засечь момент, когда глазами можно увидеть поднимающийся над горизонтом Юпитер в насколько светлое время. Ну, сейчас вот здесь в одном кадре должны помещаться и Юпитер, и Сатурн. Юпитер правее, Сатурн посередине между Луной и Юпитером. Ну ладно, подождем еще несколько минут. Это автоматические настройки. Думаю, второй, предыдущий был на ручных с пониженной светочувствительностью максимально. Дома сравню, как было лучше. Плывет, атмосфера плывет. Резкость поищем. Минус терминатора совсем. О, наш любимый кратер Платон. Вот он, выпал. Снизу 100 километров в диаметре наш красавец, можно ориентироваться. Так, а по идее сейчас к нам в кадр влезет Аристарх. Странно, это же Юпитер. Какая красота. Абсолютно безоблачное небо, но вот эти вот колебания атмосферные нагретого воздуха, конечно. Изображение нам портят. Ладушки. Будем ждать Юпитера. А, вон Аристарх. Смотри, как он рельефно сейчас выглядит. В левом нижнем углу. Один из самых молодых кратеров ударных. 390 тысяч километров сейчас до Луны. Ладно, ждем дальше Юпитера. Это был 2-й, 30 августа 2020 год, Харьков, 19:22.